Что просил, то припер. А что Падишах смеется, а? Он поэзию любит. А, поэзию. Такую обожаю. Что не купил, то упер. Припер, упер. Маяковский. Читать умеет. Сыр. Тут сыра нет, но сыр по тексту есть. Сыр заморский с большой дыркой. Его нет, надо показать. Дырку не показывай. Вот огурец с пупыркой. Это для еды. Дальше должен быть чебурек еще. Чебурека нет, тоже мама. Мама, где чебурек? Я тебе испеку. Мама на вас. Будур, место. Таких вкусно, я поговорю по тексту. Возьми с пупырышками. Извините, я по тексту все буду говорить. Таких вкусных чебурек. Мама, мама, слушай меня, мама. Мама, слушай. Микрофон вырубился. Пленный микрофон замолчал. Я думаю, что Касым, как тебе? Касым Касымович хотел что-то сказать. Но на самом деле пришла пора вызвать первого, кто попытается развлечь царевну Буду. Эй. Сейчас тебя развлекать. Что ты живешь, да? Раз. Что она кушает, а? У Касыма закрывает. Она кушает или закусывает? Что? Я плохо вижу. Товарищ Падишах, у меня микрофон сарапто. Товарищ Падишах, разрешите сказать слово? Последнее слово давай. Последнее. Товарищ Падишах, по тексту. Микрофон заработал, все. По тексту. Таких вкусных, мама, чебурек. Да. Не испечь тебе вовек. Почему? Потому. Потому, мама, потому что спишь не умеешь ты, мама. Тихо. Да я никому не сказал. Дальше. Потому что ты не мама. Как не мама? Это не моя мама? Это не по сценарию. Дальше. Дальше по тексту. Вот вино. Вот вино. Это вино, да? Неужели это еще показывают и по телевизору, а? Вот вино. Не лечь, не встать. Там какие-то кристаллики показывают. Мама должна наливать по сценарию. Мама по сценарию наливает. Я все по сценарию держу. Мама, можешь наливать? Стоп! Я выпиваю по сценарию. Аплодисменты. Люди, за вас. Прекрасно. Ну, дальше. Дальше по сценарию. Бутафория, блин. Дальше. Мне мой братец Аладдин в кости проиграл кувшин. Молодец. Вот. Козел. Кто? Кувшин. Кувшин? Ты же Падишах. Ну, мало осталось. Я подымат. Ну? Если я его потру... Не надо. Может, кто вылезет к утру? Падишаха потрешь. Попробуй. Падишаха не три. Но к утру. Я тебя сама потру. К утру потри. К утру. Все порядочные джины любят вылезать с кувшином. Давай. Вау, один уже вылез. Попейка, не питка. Если попейка, не сейчас питка. Нам повезет, мы попрюсим, он споет. Три. Кто? Три. Три. Трю. Три, два, один. Трю. Пуск. Раз. Пух. Ой. Ну. Где джин? Грязный с Марсом, А кто дальше у нас по сценарию поет? Ну, кто-то должен знать, кто поет по сценарию, Ну, вот тут Фахрутдинов написан. Стоп, труба, Фахрутдинов написан по сценарию. Нет, он поет на другой эстраде. На другой странице? Короче, кто есть, тот поет, Ой! Певец вышел. Будур, плач. Будур. Плач, это страшный певец, страшной силы певец. А мне нравится. Какой красавец. Фантазии на тему? О, о! Брахман пришел, поет. Ребята, Брахман это ты. Пожалуйста, о, работает. Это Хамчук пришел, Хамчук Брахман. Брахман Хамчук. Брахман есть атман, атман есть брахман. Нет, есть. Дорогие жители города над Багдад, продается первая участница сегодняшнего концерта. Дуэт Хохман и Бромчик. Деньги живые, класть на баян. На обуз. Стартовая цена. Ну, знаете, положить на баян, это тоже рискованно, на самом деле. Положить. Почему? Ну, еще на авторскую песню. Но на баян... Ой, давно пора,
На баян можно просто попасть. На песню надо много положить. Что, доча, ты хочешь засмеяться, не вздумай. Надоело есть. Я хочу. На, выпей. Нынче мне прощается. Нынче мне прощаются все мои грехи. Клал я. Твою музыку. На свои стихи. И много у вас грехов? Нет, много клал. Сколько снимал, столько и грехов. Ты 30 минут петь, не меньше. Мы пока отдохнем. Прошедшим через горнило семейной жизни мы все не родственники. Семейной жизни посвящается. Исполняется от женского лица. Впервые. Чтобы мог подумать. Я повстречала его весною. Он был художник, почти известный. Мы целовались с ним под сосною. И он женился, поскольку... Сволочь. Честный. Он был не грубым, он пил немного. Он был не грубым. Такое счастье, девки, лишь раз бывает. Одно смущало. Почистить зубы. И вечно тюбик не закрывает. А я внимания сперва не обращала. Такой мужчина мне небом даден. Все по бабье ему прощала. Все, даже тюбик, будь он не ладен. А муж рисуя впадал в нирвану. Видите, кальян курит. То вдруг обнимет, люблю, говорит, и баста. То проказник затащит ванну, а там открыта зубная паста. А я как дура носки стирала, супы ложила, бульонный кубик и все просила, все умоляла, дочистил зубы. Закрой, блин, тюбик, а он скотина, ну как нарочно. Все это Глаша говорит второстепенно. Я ворвешь душу. Глаши, ши, ши, ши. Скажите, девки, Глаша, да разве можно любить и гадить одновременно? Я с досады ушла. Ушел к соседу. К соседу. Ведь у соседа покажи, покажи, покажи вставная честь. На полке тюбик от блин до меду лежит закрытый. Хватит. Какая пресс. Вау. Наши гости из далекой пленной Самары Москвы поменялись местами. Теперь Галина Копчик справа, а Сергей Войтенко слева. Сергей Копчик слева, Копчик. Сергей Копчик. Прихожу на Копчик. Сынок, обрати внимание, какая девушка честно, искренне плачет. Настоящая девушка восточная. Вот так вот попой не крутит, не поет. Сидит скромно, молчит, плачет. Вот это настоящая девушка. Мама. А настоящая девушка. Я тебе расскажу, как на самом деле было. Такое же. И поехали. Раз. Вот этот микрофончик. Наша восточная песня. Он сзади танцует хорошо. И я встретил весною, значит, и не успели поцеловаться, как муж внезапно нагрянул с дачи, и я женился, куда ж деваться.
я стал не грубым. Стал озабочен, сам чищу зубы, а сам рыдаю. Но вдруг приметь, не любит очень, не плачь, когда я тюбик не закрываю. Было, было. И зубы просто чистить стал я очень часто. Бывало, в ванну затащишь Глашу, а там... Глашей. А там открыто. Зубная паста. Люблю и гажу. Она скотина. Они. А я ей Глаш. Такое счастье только раз бывает. Ведь это ж тюбик. Всего-то тюбик. Сосед вон двери не запирает. Она к соседу опять удача. Видать, хотела посвящаться, а? Да, посвящаться. Я вдруг внезапно нагрянул с дачей. Так всегда бывает. Баяном. И он женился. Куда ж деваться? Теперь я оды пою соседу, не чищу зубы, так обойдется. На полке тюбик от блин до меду. Конечно, ты плачешь, это счастье. Пришел, лежит так открытый. И что ты вдруг? А вдруг вернется ей тип. Опа! Ходи, черноголовый! Спасибо, да? А вот дети, суки, украли ключ от генератора. Слушайте, ну что вы кричите, как резаный? Вы видите, наша принцесса все время плачет. Ручки порежут. Ты... Не можешь девушку успокоить, да? У меня чай кончился, Пролился чай. Товарищ, пролился чай. Что у вас там? Неси чай, быстро чай. Не хватает мне местных дур, пацаны. Так, зачем мне дур? Что? Доча, микрофоны все равно не работают.